с началом чемпионата мира, ваш коронный спринт. Расскажите, какие вообще эмоции? Ну, конечно, очень ждала чемпионата мира, очень готовились, хотя не совсем хорошая ситуация была со здоровьем, очень много проблем по здоровью. И, естественно, можно сказать, что буквально пару дней перед соревнованиями приехали сюда, пришлось пропустить микс-эстафету, но, в принципе, конечно, рада, что сегодня был неплохой ход. И немножко подвела стрельба на стойке, но ничего, буду справляться. Немножко поторопились с первым выстрелом на стойке? Я думаю, что не справилась с дыханием, потому что выбрала установки, которые были сразу после плота, чтобы не дул сильный ветер, и, думаю, погорячилось, можно было еще продышаться. Атмосфера, конечно, совсем другая, да, на чемпионате мира, нежели чем на Кубках мира? Вы знаете, профессиональный спортсмен, наверное, всегда старается так немножко оградиться от атмосферы, хотя на самом деле должен был бы радоваться и наслаждаться. Ради этого мы в спорте, ради этого тут соревнуемся, ради этой атмосферы, которая на самом деле заряжает энергией. Но когда выходишь на старт, нужно максимально сконцентрироваться. К сожалению, да, чемпионат мира еще прославился тем, что различные околоспортивные вещи, и Фуркат, Шипулин, Логинов. Как-то вы совсем абстрагируетесь от этого? На вас это никак вообще не давит? Я думаю, не стоит так сильно раздувать около этого холодную войну, как говорят. Я думаю, что это было все на эмоциях. Очень сложно ребятам российской команды, пока не приняты окончательные решения, сражаться с давлением со всех сторон. Естественно, сложно доказывать, что имел в виду Мартан, когда в зоне передачи случился, не знаю даже, как бы это назвать, казус, да. Я думаю, что все равно это все эмоции, что с одной, что с другой стороны, нужно просто подождать, потерпеть. И я думаю, что ребята сейчас уже так вспоминают об этом со всеми другими эмоциями. Я думаю, что сложно говорить, кто бы как себя повел на мяче Антона. Естественно, он всеми силами старается поддерживать свою команду, и поэтому вот так вот оно выглядит.